настроение? Да, отличное настроение. Супер. Я вообще почему с вами связался? Наша компания сейчас предоставляет отличную возможность для вас выйти на дополнительный доход благодаря сфере инвестиций. Вижу, вы ранее уже интересовались данным направлением, верно? Ну, интересовался. Вот. И сейчас мы как раз таки предоставляем возможность поработать с профессионалами, которые вас обучат этому делу, будут сопровождать во время работы, всегда подскажут там, куда нажать, что купить, что продать, чтобы вы выгодно зарабатывали. Как вы считаете, было бы комфортно поработать с профессионалом, с учителем? А откуда вы знаете, что он профессионал? Ну как, это же специалист от компании. TCS Group Holding. Мы предоставляли информацию сначала банковским структурам и крупным компаниям, и сейчас открылся новый проект, в котором мы предоставляем еще возможность физическим лицам выйти на этот доход. На какой? Поэтому, конечно, он профессионал. Вы можете сами в этом убедиться, на самом деле, что рассказать можно что угодно, на самом деле. А как? А так, как убедиться? Да. Ну как? Я вас познакомлю. А как? Сначала. Мы лично с ним встретимся? Нет. Это все происходит онлайн. Вы познакомитесь, он вам сначала покажет, как это все выглядит, за счет чего будете зарабатывать, а потом вы сможете с тестовой суммой попробовать открыть пару сделок. Да, то есть там 2-3 сделки, купить-продать. На разнице вы заработали, увидели первую прибыль, далее вы убедились в том, что он профессионал, также вы сможете для себя принять решение, вообще, насколько вам комфортно было работать в таком ритме с нашими людьми, да. Ну и принять взвешенное решение, хотите вы этим заниматься с нами или нет. А вы где находитесь? Что скажете? Город Москва. Где именно? Где именно? Да. Вавилова, 19. Ну, это я нахожусь. Специалисты в разных местах находятся. Так Вавилова 19 – это Сбербанк, а ТСЛ Групп – это Тинькофф, который должен сидеть на втором Хохлятском переулке. Что? При чем здесь Сбербанк? Ну, Вавилова 19 в Бей, где находится центральный офис Сбербанка. Нет здесь Сбербанка, о чем вы? Вавилова 19, центральный офис Сбербанка. Ну как нет? Я не знаю, что вам еще сказать по этому поводу. Ну как нет? Вбей Вавилова 19, центральный офис Сбербанка. В Яндексе. Сука, пальнулся так резко, блядь.